На лайфте. Привет! Вы смотрите Life TV, и сегодня мы в магазине Prima Studio в концептуальном бутике. Сегодня мы представляем Resort 2010 коллекцию Александра Вонг, и давайте рассмотрим данный Total Look. Александр Вонг в своей круизной коллекции использовал очень много бежевого цвета, серого и черного. Также в коллекции присутствует и белый тона, трикотаж Tea by Александр Вонг, где он показывает свою обычную растянутость трикотажа. Эти брючки укороченные и именно подчеркивающийся корсет, он четко подчеркивает талию. Пояс находится чуть ниже, на бедрах. Очень интересное сочетание куртки, сочетание ткани, это трикотажа из замши. Особенностью трикотажа Tea by Александр Вонг является его растянутость с такими вот очень красивыми накладными кармашками. Второй образ, который я хочу вам представить, это комбинезон с коллекцией Resort. Как я говорила выше, цветовая гамма коллекции — это сочетание белого с бежем, и в этом комбинезоне присутствует привычная растянутость для Александра Вонга, и вот шортики, они подрезаны под небрежный манжет. Девушка в этом стиле, в этом образе будет чувствовать себя свободно, легко, потому что трикотаж здесь очень тонкий и очень мягкий на ощупь. А сборки на плечах придают образу дополнительную женственность и красоту. Данный образ мы дополнили ярким аксессуаром. Валенки, созданные в Италии, называются они жудари. Из комбинезона исключили пояс и дополнили его шнурком для комфорта и легкости в носке. В третьем нашем луке мы представляем, как любит называть сам Александр Вонг, это тресс, сочетание платья с туникой. Цветовая гамма тресс получается у нас леопардовая, и значит, шелк нашит именно на такой вот симпатичной сеточке. Тресс Александр Вонг представляет с обтягивающими брюками, леггинсами, которые придают образу дополнительный шик и гламурность. Мы находимся в Prima Studio, а вы смотрите Lifestyle на Life TV. Lifestyle на Life TV.